Всем привет, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Сегодня мы с вами поговорим о таком интересном канале на YouTube, как «Слово пацана». Мы узнаем, сколько данный канал зарабатывает за месяц с YouTube, а также узнаем полноценный доход данного канала за все время существования на YouTube. Многие просили меня провести обзор на данный канал. Итак, на данном канале 2 миллиона 650 тысяч подписчиков. Последний ролик был загружен на канал 2 дня назад, ролик набрал 509 тысяч просмотров. Также вот 9 дней назад ролик был загружен на канал, набрал на 948 тысяч просмотров. До миллиона, кстати, немножко не хватило. 2 недели назад ролик был загружен на канал, набрал на 1 миллион 100 тысяч просмотров. 3 недели назад был ролик загружен, набрал он 783 тысячи просмотров. То есть какой вывод можем сделать, что автор канала «Слово пацана» загружает на свой YouTube канал один ролик в неделю. Или же 4 ролика за месяц выходит на данном канале. Ну, здесь за месяц получилось 5 роликов. Хорошо, давайте же посмотрим вообще самые популярные ролики и сколько они набрали просмотров. А прежде чем мы перейдем и посмотрим, я попрошу вас, пожалуйста, поставить видеоролик данный на паузу и поставить лайк, и написать комментарий, на какой канал вы еще хотите обзор, чтобы я сделал. Итак, переходим, значит, самые популярные ролики. Самый популярный ролик был загружен на канал 3 года назад. Ролик набрал 11 миллионов просмотров. Скупил продукты у бабушек. Часть первая, называется ролик. Это самый популярный ролик на данном канале. Также вот имеется один год назад ролик был загружен на канал, набрал он 7 миллионов 800 тысяч просмотров, имеется ролик. Имеется ролик также вот 4 миллиона 900 тысяч просмотров, 2 года назад был загружен на канал, 2 года назад также еще ролик был загружен на канал, набрал он 4 миллиона 700 тысяч просмотров. То есть популярных роликов достаточно много на данном канале, огромных миллионников. Так, хорошо, давайте же посмотрим вообще старые ролики. Когда же первый ролик загрузил автор канала «Слово пацана» на свой YouTube канал? И уже будем отталкиваться. Итак, 3 года назад был первый ролик загружен на канал, набрал на 11 миллионов, а вот он как раз и он самый популярный стал на данном канале ролик. Скупил продукты у бабушек, часть первая. Хорошо, то есть данному каналу полноценных 3 года. Давайте перейдем к статистике о канале. Канал был создан 25 декабря 2018 году. На данном канале 257 миллионов 561 тысяча 144 просмотра. Описание: канал «Слово пацана», миссия канала — вдохновить людей, делать добрые дела. Мой инстаграм, приобрести наклейки и мерчи по вопросам рекламы, ну и всякие ссылочки. Давайте инстаграм посмотрим, сколько на инстаграме подписчиков. На инстаграме у данного автора «Слово пацана» 216 публикаций, 430 тысяч подписчиков, 21 подписка. Хорошо. Давайте же перейдем теперь на другой, значит, сайт и уже поподробнее разберем данный канал. Итак, переведем это все на русский язык. Загружено. Видеороликов 149, подписчиков 2 миллиона 650 тысяч, просмотров видео 257 миллионов 738 тысяч 857. Канал зарегистрирован в России, тип канала «Люди». Пользователь создан 25 декабря 2018 году. То есть, статистика YouTube нам также гласит, что канал был создан 25 декабря 2018 году. Все верно. Общая оценка канала B+. Подписчиков за последние 30 дней на данный канал подписалось 70 тысяч человек. Вы представляете? На 36,4% хуже, чем позапрошлый месяц. То есть позапрошлом месяце около 100 тысяч подписано было людей за месяц. Хорошо, видео просмотров за последние 30 дней на данном канале 10 миллионов 828 тысяч просмотров. На 20% хуже, чем позапрошлый месяц. Расчетный ежемесячный доход данного канала составляет от 2700 долларов до 43 300 долларов в месяц. Это только с одной монетизацией. Ну, все мы прекрасно понимаем и знаем, что 43 300 долларов YouTube не платит автору канала «Слово пацана». Начальный заработок данного канала от 2700 долларов и более. Давайте посчитаем. 2700 долларов умножим с вами на 79. Почему на 79, спросите вы? Потому что курс доллара на сегодняшний день у нас составляет 79 рублей. Получается 213 300 рублей. Ниже данной суммы, дорогие мои подписчики, дорогие зрители, автор канала «Слово пацана» не зарабатывает, только больше. И эта цифра, она неверная. На самом деле автор канала «Слово пацана» заработал за последний месяц намного куда больше, чем данная сумма. Просто YouTube очень сильно занизил начало порога, отталкиваться от которой заработка. От которого заработка нам нужно отталкиваться. 2700 долларов – это очень маленькая цифра. На самом деле автор канала «Слово пацана» заработал намного куда больше. Давайте пока разберем детальную статистику данного канала. Итак, а потом вернемся, я вам уже скажу, сколько заработал автор канала за последний месяц на YouTube «Слово пацана». Итак, за сутки узнаем, сколько вообще подписывается людей за сутки, а также сколько просмотров набирает автор канала «Слово пацана». Итак, за сутки 19.01.2022 году подписалось 10 тысяч человек. Также вот за сутки 24.01 10 тысяч человек подписалось. Но здесь сайт, видите, не зафиксировал ежедневные подписки, а также вот ежедневные просмотры, где-то пропуски есть. Огромные пропуски, особенно по подписчикам. Вот 2330 человек подписывается за сутки на данный канал, если мы заполним вот эти все шкалы пропуски.
Хорошо, по просмотрам 390 тысяч просмотров за сутки, здесь пропуск 704 тысячи просмотров за сутки, 388 тысяч просмотров за сутки, 1 миллион 59 тысяч просмотров за сутки, 508 тысяч просмотров за сутки. То есть данный канал набирает от 377 тысяч просмотров за сутки. С тем условием, что автор канала выкладывает на свой YouTube канал 4 ролика в месяц. 5-4, ну, будем считать 5 роликов за месяц было выложено на канал. И вот видите, рост все равно идет каждый день, ежедневно. Просмотры огромные идут на данном канале. Каждый ролик набирает все равно просмотры, даже выкладывая один ролик в неделю. Автор выкладывает. Хорошо. Давайте же перейдем теперь на другой сайт и узнаем вообще, сколько автор канала «Слово пацана» заработал за все время существования на Ютубе. Итак, сколько зарабатывает «Слово пацана» на Ютубе? На сегодня, 17 февраля 2022 году, в среднем по Ютубу с включенной монетизацией с даты создания канала «Слово пацана» заработал 15 миллионов 459 182 рубля. Это за все время существования на Ютубе. А повторимся, данному каналу, сначала старый, полноценных 3 года. То есть в течение полугода, как я всегда и говорю, автор ничего, грубо говоря, не зарабатывал. За 2,5 года полноценных автор заработал со своего YouTube-канала 15 миллионов 459 183 рубля. Вот такая сумма. Хорошо, спустимся ниже. Слово пацана зарабатывает на YouTube 13 437 рублей в день. Или же 403 122 рубля в месяц. Подсчет дохода ведется с даты создания канала 25.12.2018 году. Здесь также можете зайти и оставить комментарий на данный канал, что думаете о нем. Гадости писать не нужно, автор старается, делает добрые дела. А каждый труд должен быть оплачен. Хорошо, значит, вернемся на другой сайт. И обратно я вам уже скажу, сколько заработал автор канала «Слово пацана». Только с одной монетизацией на YouTube своего канала. Итак, как я и сказал ранее, начальный заработок данного канала от 2700 долларов и более. Мы с вами посчитали и перевели в рубли 2700 долларов, это 213 300 рублей. Но эта цифра очень сильно занижена, еще раз повторюсь. Так как на данном канале за последний месяц было 10 828 000 просмотров. То есть, дорогие мои подписчики, дорогие зрители, нам надо с вами 2700 долларов умножить на 3,5 и получим мы 9450 долларов. Давайте возьмем самый минимальный порог. На 3 вот умножили. 9000 долларов заработал автор канала за последний месяц на Ютубе. Это слово пацана. Умножаем это все на 79, переводим в рубли. 711 тысяч рублей. Только с одной монетизации заработал автор канала слово пацана на Ютубе. Еще раз повторюсь. Вот такие цифры, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Зарабатывает слово пацана на Ютубе. Ну, у них команда, у них на ролик только уходят огромные затраты. Дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Также мы вывод можем сделать, что за все время существования на Ютубе автор канала «Слово пацана» заработал 15 миллионов 459 187 рублей. Это за 2,5 года. Ну, что я вам хочу сказать. Всем огромное вам спасибо за просмотр данного видеоролика. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите в комментариях, на какой канал провести еще обзор. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.